Всем привет и хорошее настроение. Снова я и Витек Красный. Восход. Привет всем. Приветствует вас. Сегодня это уже второй обзор у нас за этот день, потому что Витя наконец-то в гости пришел. Только что мы с вами крутили модерн, так сказать, толкингов наших с больным Дитером. А сейчас мы решили, вот, я вот, честно говоря, вот на этой вертухе еще ни разу не пробовал крутить диски, вот такие, которые Димка прислал, америкосные. Вот такие, если точнее. Ага, синглы, с большой-большой дырой, о, какая дыра, туда вон, два пальца пролезают, легко. Отлично, вот. Посмотрим, давайте, насколько приспособлена эта вертушка для прокручивания дисков на 45 оборотов. Сейчас я сразу выставлю на 45 оборотов ее переключатель скорости. Вот. Ну давай, что сможешь поставить? А что за диск-то, кстати? Что за пласт? Луи Армстронг. Луи Армстронг? О, а вот как прочитай-то по-английски, что-то Долли, что-то. Hello, Долли. А, Луи Армстронг, Долли. Да. Фирма Cap Records. Не знаю такого Cap Records, там тоже какой-то граммофон, что ли, нарисован. Что-то фирменное, вот. Да, не хухры-мухры, нормальный сингл. Ну что, сможешь его поставить? Ну что, сначала надо вот это вот устройство. Центр уровень, вот. Поставить вот сюда. Правильно, вот так. Чтобы дыра была соответствующая. Слушай, не пошли. Ну, отверстие, да, извини, конечно. Ну-ка, давай подробно, как мы это все... Слушай, надо... Лучше поднимусь. Давай, ой. Давай. И вот так оно вот будет так выглядеть. Видите? То есть классно смотрится на этом диске, да, по-моему? Ну да. И черная этикетка, черная это самое. Черная вся эта фигня. Так, сейчас тонар мы только выставлю сам. Так, это у нас будет на начале пластиночки. Так, как-то так. Ну и поставим, наверное, чистилку, да? На всякий случай. Тебе виднее. У меня-то такой устройства не было. Антистат, и она же чистящая штукенция. Так, а остальное, это говорится, в твоих руках. Давай пуск послушаем. Приятного прослушивания. Ага. Работает. Ага. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can't tell. Сеня не участвует. Классика. Классика. Действительно классика, это же Армстронг. Это да, классика жанра. Да. Ну что, перевернем? И целая эпоха. Ага. Не подумайте, что мы такие старомодные, просто старое не значит плохо. Это точно. Действуй. А, так что, чтобы я тоже переверну? Ну а почему бы тебе ее не перевернуть? Ну просто.
такой раритет в руках держу. Ну, не такой уж раритет, но мы, тем не менее. Это же фирма. Что там нам споет Луи Армстронг? Ой, я не могу прочитать, я на второй стороне, а мы лучше послушаем. Что будем гадать, да? Ну да. Как-то так. Очень легкий тонар, вообще невесомый. Угу. Так, сейчас что-то у меня вот эта чистилка не очень активно бегает по пласту. А должна. Стартуйте, сэр. Такое удовольствие на такой технике. Самому нравится. Ага. Это хоть прям... и временно, но понимаешь, приобщиться. Ритуал. Это не я. Chicks, just like for some kissing, and I mean to kiss me a few. Those chicks don't know what they're missing. Satchmo, Carolina, no living to do. Супер! Ну вот как-то так. Ну да, все получилось кайфово. А вот, ну а на этом мы... Жалко, наверное... что это сингл, а не гигант, да? Не с Армстронгом, знаешь, как бы было клево, да? Гиганта схватить. Слушай, ну ничто, как говорится, нам не запрещено, и не последний день живем, не правда ли? А мы, наверное, на сегодня уже с вами на этом прощаемся. Итак, я Сергей и Витек Красный, как всегда. Восход. Пожелаю вам всего самого наилучшего. Всем привет и хорошего настроения. Всегда с вами. Пока. Здоровья, долгих лет жизни. До скорых встреч. Пока, друзья. Пока.